Харьковский гроссмейстер Валерий Неверов выиграл бронзовую медаль на международном Open-турнире в индийском Нью-Дели. Перед заключительным 10-м туром три украинских шахматиста делили 3-ю и 5-ю позиции. Неверов, Виталий Сивук из Николаева и херсонец Юрий Солодовниченко. Но выигрыш у будущего победителя турнира позволил занять 3-е место харьковчанину. Здравствуйте, это «Спортивный интерес». Только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе: зимние виды спорта, выступления харьковчан на биатлонном Кубке мира и квалификация в шорт-треке на мир юниорский. Волейбол. Харьковский «Локомотив» впервые за 2 года провел международный поединок на своей площадке. Стрельба из лука. Состоялся 7-й по счету открытый турнир на призы олимпийского чемпиона Виктора Рубана. Гандбол. В традиционном рождественском турнире среди 13-летних девушек победили харьковчанки. Легкая атлетика. Результаты взрослого и юношеского чемпионата в области в помещении. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор показу – инвестиционная группа DAD. На базе Сянки, что во Львовской области, завершился чемпионат Украины по лыжным гонкам. Единственное золото харьковской делегации на счету Руслана Переходы. Подопечный Романа Лейбюка выиграл коронный для него спринт, вторым стал на десятке вольным стилем и в лыжном двоеборье. 2 бронзовые награды Перехода забрал на дистанции 15 километров классикой и в эстафете. Кроме того, на счету харьковчан еще по 2 серебра и бронзы. Женская сборная Украины по биатлону завершила 5-й этап Кубка мира в немецком Рупольдинге золотой медалью. Усилия Ирины Варвинец, Юлии Джимы и Вали Семиренко блестяще завершила Елена Петгрушная. На последнем этапе она мало того, что чисто отстрелялась, так еще и выиграла дуэль на финишной прямой у хозяйки трассы Лауры Дальмайер. Я понимала, что мне надо будет просто выворачиваться наизнанку, чтобы финишировать первой. Я очень рада, что в конце концов так получилось, и эту финишную прямую мы доборолись, и то, что сегодня моя команда первая, это очень большое счастье для нас всех. Харьковчанка Ольга Абрамова участвовала в 2 масс-стартах и оба раза была в 30-ке, заняв 24-е и 26-е места. По результатам домашнего чемпионата страны среди юниоров по шорт-треку, 3 харьковчан отобрались на чемпионат мира, который примет столица Болгарии. 2-ж золотой стала Мария Долгополова, которая выиграла 1000 метров и 1,5-ку. Юлия Крамида первенствовала на самой короткой дистанции в 500 метров. Среди юниоров Станислава Мельченко стал 2-м на 1500 метрах. Чемпионат мира состоится в последних числах января. Харьковчане начали выступление на 1-м сезоне этапа теннисного турнира «Большого шлема» в австралийском Мельбурне. Элина Светолина стартовала отлично. В матче 1-го раунда харьковчанка, посеянная на турнире под 18-м номером, за 1 час и 8 минут обыграла американку Викторию Дюваль 6-2, 6-3. На счету украинки 5 эйсов и 3 двойные ошибки. Следующей соперницей Элины станет 18-летняя Наоми Осака из Японии. Сергей Стаховский сходу завершил выступление в одиночном разряде. Он проиграл в 4 сетах бельгийцу Давиду Гафену. Полный комплект наград завоевали дзюдоисты харьковского клуба «Слобожанец» на международном турнире «Погорский батальон», который состоялся в небольшом славянском городке Быстрица. Бронзовую награду среди мужчин весовой категории свыше 100 кило завоевал серебряный призер Европейского юношеского фестиваля Владислав Березко. Для 18-летнего подопечного Геннадия Маханькова и Виталия Сулимы эта награда стала первой на международном уровне среди взрослых. В соревнованиях среди кадетов сильнейшим в весовой категории до 90 кг стал Евгений Вегера, а в весовой категории до 60 – серебряная медаль на счету Владислава Блудова. В 7-м туре украинской волейбольной суперлиги харьковский «Локомотив» принимал команду-фаворит из Лубно в Полтавской области. В обеих встречах хозяева выиграли за минимальное количество партий. Причем в первой игре не выпустили соперников за 16 баллов, во второй – за 18. Юракадемия играла во Львове против «Баркома» и 2-ж уступила 0-3 и 1-3. В таблице «Локомотив» по-прежнему первый, юристы идут 3-ми.
Последний раз харьковский «Локомотив» играл домашний международный матч 11 декабря 2013 года. Это была игра 1/16 финала Европейского кубка вызова против турецкого «Фенербахче». С тех пор ни одного международного поединка в родном зале чемпион Украины не проводил. Регламент европейских турниров позволяет соперникам не ехать в гости, если ситуация в принимающей стране нестабильна. Добиться права на домашние игры руководству «Локомотива» удалось только после смены главы комитета Еврокубков. А аргументы в свою пользу у харьковской стороны остались прежними. Мы гарантировали безопасность во время проживания, всех проездов от гостиницы в аэропорт, из аэропорта в гостиницу, из гостиницы в зал. В общем-то, аргументы такие, что сегодня на Украине, сегодня будем так говорить, есть какой-то конфликт происходит, но как-то военного положения-то нет на сегодняшний день. В Европе сегодня ситуация в некоторых странах, наверное, значительно опаснее, чем на городе Харькове. При этом в европейских волейбольных кубках «Локомотив» участвовал постоянно, но обе игры проводил на выезде. Это не всегда отражалось на результате, но психологически так играть очень тяжело. Болельщиков-то радуешь, но по интернету, а на трибунах все чужие. Наверное, всем командам легче играть дома при своих болельщиках. Вот. Ну, нам ничего не оставалось, как справляться с этим напряжением и играть. Другого выхода у нас не было. И вот харьковчане вышли на собственный паркет в матче 1/8 финала Кубка вызова. Зал битком. Соперник – Кальцит из Словенского Камника. Команда очень монолитная в национальном плане. Ни одного легионера. Впрочем, как и у нас. Первые два сета игру постоянно вели хозяева и в счете, и по духу. Заладился прием у Владимира Татаринцева, продуктивно ставили блок Константин Жилинский и Дмитрий Теременко, а диагональный Юрий Томин исправно забивал. Как итог, 25-19 и 25-18. И это при том, что с точки зрения состава «Локомотив» дал гостям определенную фору. Получил травму Мороз. Две недели Юрий Томин был с температурой 38-39. Да, буквально позавчера получил травму Гармаш. Я думаю, что ребята сыграли, как говорится, один за всех и все за одного, да, то есть помогли друг другу и выиграли. А Рудницкий не выходил сегодня? Это тоже травма? Нет, это связано с тактикой, да, абсолютно, да, то есть никаких проблем с Колей нету. Но в третьем сете словенцы предстали совсем иной командой. У них полетела подача, наладились оборонительные действия, стали заходить удары в нападение. В то же время гости получили две красные карточки за неправильную замену либеро и желтую за неспортивное поведение. Плюс тренер Кальцита Марко Брумен несколько раз поспорил с судьями относительно очков, засчитанных за касание сетки. Но даже при этом партию словенцы выиграли 25-22, а претензии наставника гостей все-таки имели основания. Дело в том, что на вышке должен был судить арбитр из Финляндии, но он не прилетел в Харьков из-за погодных условий. Поэтому на вышке сидел судья из Сан-Марино, который изначально предполагался помощником. Это не самая волейбольная страна, и несколько грубых ошибок этот судья допустил, в эпизодах с красными карточками в том числе. После игры он подошел ко мне и извинился. В четвертом сете на площадку вернулся «Локомотив» образца первых сетов, с прежним напором и желанием забивать и отбивать. Ключевым элементом вновь стал удачный блок, а разница в счете по ходу партии достигала плюс 10 для харьковчан. Отдам должное Кальциту, он не сдавался до последнего, но подписывать капитуляцию все-таки пришлось. И сделал это Сашо Шталикар, вбив решающую подачу в сетку. 25-17 и 3-1. «Локомотив» выиграл так, как это и предполагается, статусом домашнего матча. Естественно, у нас было достаточно информации об этой команде, около 5-6 игр, да, то есть, ну... Плюс эта игра, то есть будем смотреть, будем разбирать, потому что всегда есть ошибки, над чем работать. Я думаю, что легче нам не будет, да, то есть Словения. Ответный поединок в Словении состоится 27 января. Во французском Ниме состоялся третий этап Кубка мира по стрельбе из лука в помещении. В блочном виде оружия Украину представляла выпускница Харьковской академии физической культуры Виктория Дьякова. Победив мексиканскую и голландскую соперниц, в четвертьфинале она всего один пункт уступила будущему бронзовому призеру словенке Тое Церне. По итогам турнира Дьякова заняла в таблице 6-е место.
школе высшего спортивного мастерства прошел традиционный турнир по стрельбе из лука в помещении на призы олимпийского чемпиона Виктора Рубана. За 7 предыдущих турниров из него вышли в мастера многие молодые лучники. А расположение в календаре перед сумским чемпионатом страны дает возможность попробовать силы и взрослым стрелкам. Сам Рубан по-прежнему в именном турнире не участвует на сей раз, потому что основную подготовку к Олимпиаде предполагает на летний сезон. Подготовка уже начнется непосредственно, когда выйдем на длинные дистанции, уже потеплеет, выйдем на улицу. И будут у нас еще одни сезонные соревнования. Это будет в Турции Кубок мира, где будет разыгрываться 3 командных места. Будем надеяться, что у нас в этот раз получится и все будет хорошо. Сможем на Олимпиаду поехать полным составом. Друг и соратник Рубана по олимпийской командной бронзе Афин Александр Сердюк, наоборот, участвовал и весьма успешно. В квалификации, которая состояла из 2 упражнений, он занял 1-е место. Причем и там настрелял мастерские 291 пункт. Сейчас я себе поставил задачи поработать над техническим выполнением выстрела. Вот, в принципе, где-то справился. Ну, все равно еще есть над чем работать. И хотя бы вот остается время для чемпионата Украины. Надо, что не получилось, исправить. Полуфиналы мужского олимпийского раунда стали полным олицетворением журналистской поговорки «Молодость против опыта». Сердюк против Максима Колесника, а 58-летний участник Олимпиады в Атланте Александр Яценко против 16-летнего Игоря Гулича. Опыт победил в обеих встречах и в финале стал доминантой противостояния. Первые 3 серии Яценко отстрелялся чисто в десятке, в то время как Сердюк выбил максимум только 1 раз. 4-я серия стала заключительной. Попав 29 против 28, Яценко стал победителем турнира. Это спорт. То есть никакой разницы нет, молодой. Кому кто больше готов, кому больше везет, кто как собрался, настроился на стрельбу, в общем-то. Роли никакой не играет. Моложе или старше, вот такая вот. В женском турнире стабильность, которая, как известно, есть признак мастерства, показала Юлия Захарченко. При том, что она еще находится в декретном отпуске, харьковская лучница стала 3-й по итогам квалификации, а в полуфинале Олимпийки прошла саму Татьяну Бережную. Впрочем, финал против сумчанки Полины Родионовой выдался еще сложнее. Первые 3 проходки завершились в ничью, а в остальных 2 Захарченко попала 30 и 29, что стало весомым поводом для победы и подарка дочери в день ее рождения. Тяжеловато, потому что мало еще спортивного опыта, восстанавливаюсь только, поэтому психологически тяжело еще. Это отдых, потому что было много лет посвящено именно спорту, посвящено медалям, а потом просто перестройка, для тебя психологически ты отдыхаешь и уже возвращаешься совсем по-другому, ты на это все смотришь, поэтому я думаю, что легче. В блочном луке среди мужчин харьковчанин Александр Соколов выиграл финал в 1 очко у одессита Романа Виноградова. В женском блоке стреляла чемпионка мира Елена Борисенко. В 1-м квалификационном упражнении она сходу обновила личный рекорд сезона – 287. Во 2-м улучшила его же еще на 4 балла, став победителем квалифая. В олимпийском раунде у нее тоже проблем не было. В финале ей противостояла многоопытная киевлянка Людмила Лещенко, но сумма Елены 144 стала гарантией победы. К выигрышу потянула свою тройку Борисенко и в командном турнире. А все потому, что за плечами остались сборы в Египте длиной в месяц. Прежде всего, катастрофический гигантский настрел. Для меня это было впервые, когда я могла посвящать свой день исключительно стрельбе из лука. Поэтому, конечно, это дало свои плоды, дало свои результаты. Даже в помещении, учитывая то, что я тренировалась снаружи, даже в помещении это уже дало свой результат. Это дало свой опыт. Этот опыт поможет мне сегодня, поможет мне на чемпионате Украины и, я надеюсь, на чемпионате мира тоже. В кадетском личном турнире золотые медали увезли сумчане, зато остальные места на пьедестале заняли хозяева стрельбища. Это Дмитрий Григорьев и Никита Кравчук, а также Диана Пуль и Анна Болибок. В командных зачетах все, кроме мужского блока, выиграли харьковчане. Спонсор показу – инвестиционная группа DAD. Харьковский футзальный «Локомотив» стал соавтором самого напряженного кубкового матча стадии 1/8 финала. В Херсоне харьковчанам противостоял местный «Прот Эксим». Основное время матча завершилось в ничью 3-3. У красно-белых дублем отличился Денис Овсянников. Еще один мяч провел Дмитрий Бондарь. А в серии пенальти решающим стал сейв харьковского вратаря Юрия Савенко, который и вывел «Локомотив» в финал 8.
В спортивном зале Национального педагогического университета состоялся традиционный 5-й по счету рождественский турнир по гандболу. Играли девушки в возрасте до 13 лет 6 команд – 2 харьковские, 2 из Зенькова Полтавской области и по одной из Шостки и Терновки Днепропетровской области. Это на один коллектив больше, чем в предыдущие годы. У нас сейчас развитие гандбола детского получило очень стремительный какой-то вперед, прогресс невероятный. Потому что если раньше мы все время были командой второго плана, то сейчас уже видно по этому турниру, что девочки, есть прогресс, есть интерес к этой игре у каждой из участниц этих соревнований. Играли по круговой системе, и лидеры определились уже после первых поединков. Между ними и завязалась борьба за медали. Первыми сошлись Барса из Шостки и Темп Терновка. До последней минуты матча счет был равным 12-12, но заключительная атака лучше удалась шосткинским девушкам, которые победили. Харьковчанки из третьей спортивной школы обыграли Барсу без проблем 21-10, зато Темпу подопечные Алексея Нечволода и Александра Чуприны проиграли 10-13, и это они еще сократили отставание на последних минутах. Остальных соперниц эта тройка обыграла, и получилось, что Харьков, Шостка и Терновка в 5 играх набрали по 8 очков. В ход пошел подсчет разницы мячей между этими командами, и здесь хозяйкам зала очень пригодилась большая победа над Барсой. Она и сделала гандболисток из КДЮШ-3 победительницами турнира. Терновка 2, Шостка 3. Игра больше всего запомнилась Шосткой, так как девочки там тоже сильные. На чемпионате Украины в том году мы им проиграли. В этом году мы с ними сыграли очень хорошо. Отрыв был большой в мячах, и мы хорошо играли в защите. Какая игра запомнилась больше всего на этом турнире? С Харьковым. Почему? Ну, потому что мы одну игру проиграли, конечно, в городе Кривом Рогу. Ну, и сейчас выиграли. Остальные три команды были составлены исключительно из девочек, которые начали заниматься гандболом только осенью, и потому между собой у них тоже были зарубы. Лучшими из них вышли девчонки из второй команды Харьковской третьей спортшколы, которые переиграли команды из Зенькова со счетом 12-9 и 10-8. А для их старших подруг, которые заняли первое место, рождественский турнир стал этапом подготовки к финалу соревнований на призы клуба «Стремительный мяч», который состоится весной. Кстати, я бы еще обратил внимание на новую форму этой команды. Это к вопросу о том, что тяжелых времен для тех, кто хочет развивать детский спорт, не существует. Совет Федерации легкой атлетики, журналисты и болельщики определились с именами лучших в этом виде спорта по итогам декабря. Женскую номинацию выиграла харьковская бегунья на средней дистанции Виктория Погорельская. В Испании подопечная Петра Иванова выиграла 8-километровый кросс и дважды была второй на десятках, каждый раз улучшая финишное время. В Кастеллоне Погорельская пробежала 10 километров за 34 минуты и 26 секунд. В манеже спорткомплекса ХТЗ провели зимний чемпионат области по легкой атлетике. Предшествовало ему чествование легендарного харьковского прыгуна шестом Геннадия Близнецова, которому исполнилось 75 лет. Геннадий Алексеевич, заслуженный мастер спорта СССР, 16-кратный рекордсмен бывшего Союза, за 5 лет он поднял планку национальных рекордов с 4 метров 70 сантиметров до 5 метров 30 сантиметров. Также Близнецов – финалист Олимпиад в Токио и Мехико, а в 1965 году стал победителем матча СССР США. Ну, главное достижение – это все-таки то, что я занялся прыжками шестом. Я все виды перепробовал, а потом занялся прыжками. Это очень тяжелый вид. И мне показалось, что если его освоить, это надо очень хорошо постараться. Ну и потом пришлось всю жизнь стараться. Шеста не было хорошего для прыжков. Прыгал с мягким шестом. Проигрывал сразу всем на входе, а на выходе выигрывал. И как будто в честь Геннадия Алексеевича главное событие чемпионата произошло как раз в секторе для прыжков в шестом. Марина Килипко дважды обновила рекорд области в помещении, сначала взяв 4.30, а затем 4.40. Это при том, что прыгала подопечная Виктора Шевцова на фоне травмы, которая по ходу турнира усугубилась. А так, кто знает, может, Марине покорился бы и олимпийский норматив, который в этом сезоне составляет 4.50. Впрочем, до Олимпиады шансы перелететь эту отметку у Килипко еще будут. Ближайшие из них на командном чемпионате Украины. В Запорожье. В манеже на «Динамо», там, где мы тренируемся, мы делали соревнования. 4.40 я там прыгнула. То есть здесь уже на 4.40 мы рассчитывали. Хотелось, конечно, уже как бы на 4.50 попробовать прыжки. Хотелось бы прыгнуть, конечно. Но стараемся, в Запорожье будем прыгать, если восстановлюсь. То если с ногой все нормально, восстановимся, будем, конечно, стараться на Олимпиаду. Мы стараемся, рассчитываем на это.
В коротком спринте все взоры были обращены на лидера этого вида не только в Харькове, но и в стране, Наталью Погребняк. И в забеге, и в финале гладкие 60 метров она одолела с одинаковым временем – 7,1 секунды по ручному секундомеру. Но даже такой оптимистический результат исключает участие подопечной Марины и Алексея Мельченко в зимнем чемпионате мира. В прошлом сезоне Наташа тоже не собиралась на зимнюю Европу, но в итоге там все-таки поучаствовала. У женщин бывает такое, что «нет» означает «да», но не в этот раз. Даже если мы выполним норматив на чемпионат мира, мы не поедем туда, потому что он слишком поздно, мы хотим начать пораньше летний сезон, поэтому мы не планируем на чемпионат мира. Чувствую, силы есть, запас есть, есть где добавить. Бегом довольна, потому что со старта сложилось все так, как мы планировали с тренером, плюс по ходу бег хороший. Сейчас немножко в финале перебрать со старта чуть-чуть мощнее, и я думаю, можно улучшить еще свой результат. В женской длине зрители вновь получили шикарную возможность наблюдать за дуэлью двух лучших прыгуней Харькова – Анны Корнуты и Анны Луневой в девичестве Ермаковой. Обеим понадобилось по паре попыток на раскачку, а потом начались гонки, которые к первой финальной пробе завершились в ничью. Обе спортсменки улетели на 6 метров 27 сантиметров. Но уже в следующей попытке Лунева улучшила личный зимний результат на 2 сантиметра, прыгнув на 6,38, что и позволило подопечной Елены Хлопотновой занять первое место. Корнута предыдущий результат перекрыть не смогла. Чтобы улететь на Олимпиаду в Рио, нужно прыгнуть в этом году на 6,70. Почувствовалось, как вот прыжок, ну вот в основном попало немножко в прыжок. Но еще технические ошибки есть, поэтому у каждого они есть и у меня, естественно. Поэтому будем бороться, будем стараться реализовать. Лучше могу и можно было лучше, поэтому будем стараться на официальных стартах уже вот через 10 дней, через 2 недели вернее, будет Кубок Украины командный. Поэтому будем там лучшие результаты показывать. Чуть позже на той же базе прошла юношеская область, участники которой готовятся к национальному первенству в своем возрасте. И здесь самые интересные результаты показали спринтеры. Ева Подгородецкая пробежала гладкие 60 за 7,4, с тем и выиграла. Алексей Овчаренко 60 с барьерами в финале пробежал ровно за 8 секунд и стал первым в этой номинации. Спонсор показу – инвестиционная группа DAD. Харьковчане выиграли 3 золота на домашнем чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров. Марина Ильинская первенствовала дважды в личном зачете и в миксте с Даниилом Баснюком из Днепра. Женскую пару выиграли Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.